Счет аварий, произошедших из-за того, что с городских улиц не счищают снег, уже пошел на десятки. Главная причина – колейность. Из-за нее автомобили в буквальном смысле выкидывает на встречную полосу движения. К счастью, столкновений с другими машинами немного, но количество тех, кто помял бампер, протаранив сугроб, растет с каждым днем. Амичи делятся видео в социальных сетях. А вот в Томске из-за того, что коммунальщики не чистят остановки, все больше обращений в травмпункты. Люди, поскользнувшись, часто оказываются под колесами машин. Чтобы решить проблему, власти предлагали ученым разработать специальные ледоплавильные машины. Однако специалисты говорят, это не рационально. Обработка льда химическим составом тоже не выход. Раствор будет разъедать обувь пешеходов и навредить животным. Выход остается только один – долбить лед вручную.